Так, ребята, как и обещал, сделал замеры антенны этой. Сейчас покажу рисунок, как это все выглядит. Сейчас нарисую нормальный рисунок. И если хотите, повторите. Я думаю, может быть, и заработает. Так, друзья, вот схема. Стараюсь объяснить. Ну, более доходчиво, что ли. Начнем с чего? Элементы сделаны из 8-миллиметровой алюминиевой трубки. Это все крепится на профиле 15 на 15 миллиметров профиль. Значит, используется йод согласование. Вот этот элемент йод согласования, вот он здесь. Значит, смотрите. Длина элементов. Ну, сама траверса длиной 950 миллиметров. Сама. Это учитывая там болты, крепежи и прочее, прочее. Значит, первое, сколько тут, 6, да? Первые 6 элементов, 8-миллиметровые, имеют длину 260 миллиметров. 260 миллиметров, первые 6. Потом идет 291, еще 291. Этот элемент имеет длину 317. Этот, ну, примерно 105. 105 миллиметров. Последний рефлектор, это 322 миллиметра. Идем по расстоянию. За нулевую точку мы берем рефлектор. И от него уже скачем. Вот поэтому такие здесь будут расстояния. То есть вот это у нас отправная точка, от нее отсчитываем. Значит, первое. До этого элемента 60 миллиметров. Вот отсюда до сюда 60. Потом отсюда до сюда 78. Следующий идет у нас. Вот. Вот по значению такая. Стрелочки. 104. Отсюда до сюда 204. 289. 384. 474. 613. 722. 841. Вот. Опять код помогает мне писать видео. Вот. Поэтому, в принципе, если повторите, заработает, ну, будет неплохо, наверное. Да, еще одно но. Значит, вот, это же йодка у нас получается. Вот этот элемент, который здесь соединяет центральную, ну, не центральную, в общем, согласующий элемент. Он от траверсы, вот траверса, да, находится на расстоянии 27 миллиметров. Вот 27 миллиметров. Вот на таком расстоянии. 27 миллиметров. Вот, в принципе, как и обещал, я снял размеры. Если кому-то понадобится, пригодится, я буду только рад. Все, ребятки, всем всего доброго, всем три и всего хорошего.